Доброе утро, это Бардачок Апгрейд. Евроавтогаз, Сбербанк, US Auto затеяли беспрецедентную акцию 10 тысяч рублей. Кто их заберет, мы узнаем сегодня. Мы начинаем, погнали! Будем знакомиться с теми, кто сегодня будет проверять свои интуиции, потому что они знают, что скоро новогодний бардачок, и они хотят бороться за 10 тысяч рублей. Виктор, здравствуй. Здравствуй. Как ощущения, как дела, на что настроен? Ну, первый раз, пока еще непонятно. Ну, надеюсь на выигрыш. Я тебе тоже желаю удачи. Прям все телезрители тебя поддерживают, все будет хорошо. Но у тебя есть конкурент. Богдан. Богдан, привет. Привет. Как себя чувствуешь? Хорошо. Я с кем ты пришел сегодня? С мамой. Мама Ира, здрасте. Как ощущения, как дела, как себя чувствуете? Волнуемся. Волнуетесь? Да. Первый раз, поэтому. Участники, да прочь волнение. Все будет хорошо, у вас лучший, по его мнению, ведущий. Все будет нормально. Сейчас познакомлюсь с Катей. Катя, привет. Привет, привет. Катюша. Как ты себя чувствуешь? Чувствую себя нереально классно. Кстати, Катя отвечает за инстаграм нашего бардачка. Все то, что вы пишете, она читает, поверьте, и благодарит вас каждого за такой отклик. Так ведь? Да, конечно. Так что я думаю, что она выиграет, найдет деньги. Вот она, дружба ведущего инстаграма. Ладно, ребята, начнем. Наши участники загадывают друг другу машину. Потом говорят телезрителям, какое авто должен найти соперник. Находит, участвует в новогоднем бардачке. То, что вы сейчас увидите, такого не ожидал никто. Сейчас подойдем к Коле и очень тихо, спокойно скажем, какую машину будет искать Ирина. Хорошо? Ребята, можем? А я номер не запомнил. Ряд. Они договорились. Это тройка игроков договорилась, короче, между собой, какую машину они друг другу загадали. Все, я делаю так. Я загадываю вам машины, и вы будете их искать. Вот это вы решили, конечно. Итак, внимание. Виктор. Да. Я сейчас скажу телезрителям, какую машину ты будешь искать. Я загадал. Это, конечно, жесть. Форд. Белый, модный, красивый. Вот в том ряду. Окей, пошли. 5 минут, 5 попыток. Найди машину, которую я загадал, и участвуешь в новогоднем бардачке. Действуй. А подсказки будут какие-то? Да, сначала сделайте 3 попытки, а потом будут подсказки. А-а-а. Ох, я вам отомщу за это. Минимальные подсказки. Просто будет машина на колесах. Вот такая будет. Так, может Volkswagen? Гольфик. Нет, это не Volkswagen, идем дальше. У вас еще есть 4 попытки. Lexus белый. Нет, это не здесь. Дальше. Виктор, чем занимаетесь? Таксую. Таксуете, да? Это здорово. Toyota. Toyota красивая, согласен. Но нет, не она. Не она. Подскажу вам. Хотя ладно, подскажу, что все мы люди. Этот ряд. Говорит, я забыл номер, я не могу это забыть просто. А я эту Toyota не называл, по-моему. Эту Toyota вы не называли. Попытка? Да. 4-я? 4-я. Нет. Нет. Хотите подсказку, еще одну? Да, давайте. Вы только далеко ушли от той машины, которую я загадал. Ага, значит, идем обратно. Да. Форд у меня тоже был, давайте, наверное, этот Форд. Этот Форд? Да. Я Форд загадал? Да, это что? Он. Поздравляю! Есть! Увидимся в новом году, да? Да, все, спасибо. Но не убегай никуда, подожди. Сейчас ты увидишь конкурентов, либо, может быть, тех, кто будет рядом с тобой в новогоднем бардачке. Катя будет искать Рено. В этом ряду серая номер 697. 5 попыток, 5 минут. Действуйте. Сложно. А кто придумал эту систему? Никто, я не Вы? Знаю. Нет, я не я придумала. Не знаю. Я вообще там не была. Это в лифте надымели, я просто пропахла.
Так, ищем машину. Вот это. Нет. Ладно. А вот это? Тойота? Да. Нет. Ладно. Вот это вот. Нет. Печально, это уже три, да? Кать, ты рядом. Ты рядом, ну, не прям вот так, как обычно мы, когда снимаем барбачок, человек стоит спиной и не чувствует. Ты рядом вот в 5 метрах, я бы так сказал. Да, ну, нет, ладно, 7 метров. 7-8 шагов? Да. Еще бы только сторону, да, определить. Я не туда иду, да? Не знаю, ответ. Попытка. Да, блин, не знаю, пусть будет вот это. Это да, это да, 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 молодец, да? Ты участвуешь в новогоднем бардачке. Покажи эмоции радости. Богдан, смотри, я загадал машину, у тебя есть 5 попыток, ее нужно будет найти, я скажу тебе зрителям какая, и ты будешь ее искать. Тойота, за вами номер А089. Гибридная, черная, в этом ряду. Пожалуйста. Богдан, удачи тебе, действуй и погнали. Времени немного. Спасибо. Пожалуйста. Кем будешь, когда вырастешь? Зубным врачом. О, это полезное дело. Если что, я у тебя первый клиент. Договор? А то с зубами уже беда. Все, действуй, 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 действуй. Ищем. Это первый Тойота. Попытка. Тойота. Нет, это не она. Молодец, идем дальше. Богдан, давай сделаем так. Тут много Тойот. Да. Тебе нужно найти Тойоту, которую я загадал. Все, ищи только Тойот. Понял? Это хорошая подсказка? Да. Так, мы пришли, вот тут Тойота, смотри, тоже есть. Вот тоже Тойота, красная, гибрид. Мне вот кажется... черная. Какой берешь? Вот это. Это третья попытка твоя, да? Богдан, к сожалению, да. Не она. Ты рядом. Ты очень-очень рядом. Много Тойот. Вот Тойота, да? Вот красная Тойота, гибрид. Вот черная Тойота. Так? А хочешь, я тебе прям скажу еще подсказку крутую? Вот. Раз, два, три, четыре. Она среди этих 4 машин. Красная. Красная? Да. Нет. Еще одна попытка осталась. Богдан, просто потому что ты интересный будущий стоматолог. Одна из этих. Одна из этих машин. Это хорошая подсказка? Да. Все, решишь, ты участвуешь в новогоднем бардачке, это будет по-честному. Я буду на считалочку. Давай. Ехал Лунтик на тележке, продавал он всем орешки. Каму 2, каму 3, дирижером будешь ты. Черная. Точно? Да. Мама какую хочет? Большую. Большую. А ты какую хочешь? Эту. А кто участвует? Я. Какую берем машину? Давай, какую скажешь? Какую хочешь? Одна из них. Или ты, или мама. Кто прав? Давайте пусть мама выберет. Нет, ты участвуешь. И... Выбирай. Большую. Точно? Да. А что будет, если мама не права? Ничего, проиграл так и проиграл. Хорошо, не спорю. Капризничать будешь? Нет. А мама будет капризничать, как думаешь? Да. Так что, мне эту машину брать? Да. А может, ты был прав? Нет. Ну что, мне касаться ее? И все? 3-2-1. Да. К сожалению, это была она. Ты сказал, ты молодец. Что ты участвовал, все хорошо, ты молодец, ты крут, но я тебя приглашаю в новогоднюю передачу. Спасибо. Все, я огромный, тебя, потому что огромный. Ты крут, ты нашел, ну вот, ты послушал мамулю, маму слушать надо, но только не в Мазура передаче. Ты в новогоднем бардачке, дай 5. Красавчик. Итак, ребята, вот они, вновь 3 людей с идеальной интуицией. Да, они хотели обмануть, но потом я им придумал задание, но они с ним справились. Виктор, Екатерина, Богдан и Ирина,
Мы их увидим в новогоднем бардачке. Они будут бороться за 10 000 рублей. Это будет интересно. Пока.